Жизнь. Семья. Счастье. Нам казалось, что в нашем обществе распространены эти высокие понятия. А на самом деле, каковы эти понятия? Мудрые люди говорят, что у каждого человека на Земле есть своя истинная пара. И в этом бесконечном мире они без устали ищут друг друга. Кто-то находит, а кто-то… Это игра судьбы. Это означает, что кто-то в нашем мире будет счастлив, а кто-то нет. Жизнь людей подобна плаванию по безбрежной реке, и на пути встречаются многочисленные преграды. Течение жизненной реки иногда медленное и величавое, иногда бурное и стремительное. Плывя на кораблях по бурной реке жизни, мы встречаем множество людей. И одна из таких встреч внезапно поворачивает течение в совершенно другую сторону. Эй, сынок, подожди, остановись. Мама, что такое? Подожди, не торопись, сынок. Ты забыл надеть галстук. Мама, я иду в мастерскую, а не в ЗАГС. До свадьбы еще куча времени. Что мне с ним делать? Вчера мне звонили со стороны невесты и сказали, что Мархабо вместе с Фархадом договорились пойти выбрать свадебное платье. Она ждет, сынок. Некрасиво заставлять девушку ждать. Мне только этого не хватало. Ходить и выбирать женское платье. Женщина должна делать женскую работу, мужчина — мужскую. Так, я сказала, пойдете выбирать платье вместе, и точка. Хорошо, мамочка, не надо нервничать. Только можно я пойду выбирать платье без этого галстука, пожалуйста? Хорошо. А как тебе это платье? По-моему, тоже красивое. Нет, мама, это не подойдет. У него очень глубокий вырез, сейчас в моде воротник-стойка. А, ладно, покажи-ка. Вот. О, Боже. У него же слишком открыты плечи. Почему открыты, мама? Вы же видите, здесь сетка. А что на это скажет Фархад? А разве ему есть дело до платья? Тогда зачем ты его с собой тащишь выбирать платье? Тащу? Мама, он что, вам баран таскать его за собой? Просто сейчас выбирать платье с женихом — это модно. А в какой салон вы идете? Салон Ширин. Ширин? Это же очень дорогой салон. Ну и что? Фархад сам сказал, можешь выбрать платье в самом дорогом салоне. Мужчины, они расточительны, а ты, женщина, должна быть экономной. Что вы такое говорите, мама? Я один раз замуж выхожу. Ладно, иди уже. Я тоже на работу опаздываю. Добрый день. Алейкум ассалам. Добрый день. Куда идешь? У меня сегодня встреча с Фархадом. Будем выбирать свадебное платье. А мужчине что там делать? Это я его попросила. Здравствуйте. Здравствуй. Куда уходишь? Мы с Фархадом идем подбирать свадебное платье. Ну-ка, подожди секундочку. В чем дело? Вот это тебе на мелочи. Ой, спасибо, мой родной. Чтобы ты не зависела от мужчины. Не стоило. Фархад и Ширин. Yo'lida baxti qoldi.
Я 3 дня возился с вашей машиной. За это я плачу тебе деньги. Дело не в деньгах. Что? Что здесь происходит? Все в порядке? Здравствуйте. Здравствуйте. Ваша машина готова? Готова. Все работает? Работает. Тогда в чем дело? Добрый день. Здравствуй, Мархабо. Как у вас дела? Все хорошо? Как дела? Мне нужен Фархад. Не могли бы вы его позвать? Обязательно. Как вы? Не устаете со свадебными хлопотами? Нет, спасибо. Если что, я в вашем распоряжении. Фархада, позовите, пожалуйста. Хорошо. Вот, вы сами посмотрите. Руль тугой, и повсюду масляные пятна. Уважаемый, когда чистят мотор, всегда такое бывает. Вы поезжайте на эту мойку, там вам все отмоют. Спасибо за совет. Если что, я дам вам деньги. Эй, парень, оставь деньги себе, понял? Тогда извините. До свидания. Фархад. Что, Шакир? Там на улице тебя ждет твоя Ширин. Какая еще Ширин? Мархабо. Скажи ей, пусть подождет. Постой, нехорошо заставлять невесту ждать. Добрый день, Фархад. Здравствуй. Слушай, Мархабо, у меня куча работы. Может, ты сама пойдешь выбирать платье? Я тебе доверяю. За деньги не переживай. Я все оплачу. Шакир, посмотри вон ту машину. Что вы такое говорите? Как я пойду туда одна? Возьми подружку. По-моему, вам это должно быть важнее, чем подруги. Мархабо, пожалуйста, не обижайся. Я все равно в этом ничего не понимаю. Что, наши отношения закончатся из-за какого-то платья? Все начинается вот из-за таких мелочей. Значит, такое у вас ко мне отношение. Вам все равно, правильно? Нет. Почему все равно? Ладно, поехали. С тобой спорить бесполезно. Я буду через час. Хорошо. Что случилось? Все в порядке? Почему, если меня нет на работе, все останавливается? Машину должны были привезти в 2 часа. Ладно, я сейчас позвоню сам. А что сказал Батар Сабирович? Шакир. Фархад. Подожди минутку. Вот, посмотрите это платье. Правда красивое? Да, пойдет. Ну так что сказал Батар Сабирович? Когда привезут машину? А вот насчет этого что скажете? Посмотрите, Фархад. Мархабо, они оба красивые. И вон то тоже. Сама выбирай, что тебе больше нравится. Фархад, они правда красивые или вам все равно? Мне оба понравились. Если хочешь, другую тоже померь. О, боже. Девушка, скажите, все эти платья одинаковые? Как вы их различаете? Здесь каждое платье является эксклюзивным. Наш салон — салон высшей категории. Нет, вы меня не поняли. Я не спрашиваю, какой у вас уровень. Я говорю, что все платья одинаковые. Но фасоны же разные. Вот, например, это платье привезено из Франции, а это из Испании, это из Италии. Есть же разница. Из Италии, говорите? Фархад. Вот, посмотрите это платье. Что скажете? Отличное. Ой, извините, это платье уже заказано. У него есть хозяин. Ну и что такого? Мы же возьмем его всего на 2 дня, потом вернем. Нет, вы не поняли. Это платье продано. Но если хозяйка разрешит, мы сможем дать его на прокат. А ты что скажешь? Маме тоже оно понравилось. Слушайте, девушка, вы возьмите у хозяина разрешение, а я все оплачу. Только на 2 дня, и все. Когда у них свадьба? 20-го. А у нас 17-го. Нет, тут это не важно. Почему? Нет, просто девушка не наденет платье, которое уже кто-то надевал. Они очень непростые люди. А кто эти люди? Я могу узнать? Это не важно. Почему не важно? Вы знаете, кто я? Нет. И лучше вам этого не знать.
Я тоже очень непростой человек. То, что вы делаете, вашей хозяйке не понравится. Ее же Ширин зовут. На входе большими буквами написано. Да, Ширин. Послушайте, девушка. Сейчас вы дадите мне номер телефона этих непростых людей. Я сам возьму у них разрешение. А если они не согласятся? Извините, а вы кто? Я хозяйка этого салона. Меня зовут Ширин. Как вы заметили, над входом большими буквами написано «Ширин». Это я. Приятно познакомиться. А я Фархад. Не смешно. Что не смешно? Шутка не смешная, не удалась. Плоская шутка. Вы мне не верите. Ну, как знаете. Так сколько стоит это платье? 5 миллионов. Я дам за него 7 миллионов. И договорились. Нет, не договорились. Почему? Я говорю в последний раз. Это платье не продается. Почему не продается? Все можно продать. Вы же предприниматель. Должны это хорошо знать. Я тоже, как и вы, предприниматель. И знаю, что всему есть цена. Ладно, оставьте, Фархад. Я выберу другое платье. Ты стой молча, не вмешивайся. Ты наденешь именно это платье. И точка. Мне это платье не нравится. А мне нравится. Понятно? Что-то я не понимаю. Кто будет одевать это платье? Вы или ваша невеста? Что вы сказали? У вас проблемы со слухом? Я могу повторить, мне несложно. Итак, кто будет одевать это платье? Вы или... Эй, девушка, ты со мной не шути. Знай свое место и занимайся своими женскими обязанностями. Неужели? И что же входит в женские обязанности? Родители нас научили, что женщина должна быть тихой и покорной. Я смотрю, ваши родители хорошо вам объяснили женские обязанности. А скажите-ка вы мне, родители ничего вам не говорили об обязанностях мужчины? Ты моих родителей не трогай, поняла? Оставьте ее, Фархад. Ребята, по-моему, этому человеку стало плохо. Проводите его до дверей. Пройдите сюда. Уберите руки. Жаль. Очень жаль, что такая красивая женщина навсегда останется одинокой. Что? Вы не расслышали? У вас проблемы со слухом? Я могу повторить, твоя судьба — одиночество, и этого уже не изменить. Фархад, а если я выйду замуж? В это сложно поверить. Кто женится на такой, как ты? Какая нормальная семья примет такую, как ты, в свой дом, змея? Фархад, успокойтесь. Фархад, не надо нервничать из-за этого. Таких девушек в мире много. Она считает себя богиней. Ты слышала ее слова? Слышала, что сказала эта змея? На будущее пусть это будет тебе уроком. Упаси Бог нас от таких, как она, поняла? Поняла. И как только земля носит ее. Не говорите. Да провались ее салон. Я возьму платье в другом салоне. Давай, Мархабо. Только не сегодня. С меня хватит и этого. Не принимай близко к сердцу. Возьми себя в руки. Не стоит обращать внимание на слова каждого посетителя. Ты в своем уме, Надира? Неужели тебя не задели его слова? Ты же тоже женщина. Женщина должна знать свое место. Я тебе еще покажу, где место мужчины. Азиза. Да. Кто этот парень? Клиент. Я знаю, что клиент. Зовут Фархад, фамилия... Да не нужна мне его фамилия.
Дай сюда, так. Его действительно зовут Фархад. Интересно. Это какая-то насмешка судьбы. Что тут смешного? Мы смеемся над шуткой судьбы. Фархад и Ширин. Перестаньте. Азиза, позвони ему. Что ты хочешь сделать? Глаза мои на него не смотрели. Что это значит? Надира, вот такие, как он, вредят нам, честным предпринимателям. Каким образом? Про таких говорят, деньги есть, ума не надо. Никогда он не станет человеком. Воспитание мужчины можно оценить по его отношению к женщине. Мне жаль таких, как он. Я тебя совершенно не понимаю, Ширин. Такие, как он, после свадьбы запирают жену в доме на замок. Так они показывают свое превосходство над женщиной. А на самом деле, без женщины они никто. Копейки не стоят. По-моему, ты перестаралась в суждениях. Ничего не перестаралась. Это подтверждает и история. За каждым великим мужчиной стоит великая женщина. Клеопатра, Зибунисо, Нодера Бегим, Хюрем Султан, Биби Ханум. Что ты хочешь сделать? Их слабая сторона в том, что они принимают решения, не подумав, потому что они всегда торопятся, потому что они — мужчины. Нужно иметь мужество, чтобы посмотреть по сторонам. В этом и заключается их главная ошибка. Это можно проверить. Ты откуда это знаешь? Мужество формируется в детстве. С течением времени форма меняется, но основа остается. Это можно доказать. Ты преувеличиваешь. Не веришь? Сейчас увидишь. Азиза, позвони сейчас нашему клиенту и от имени фирмы принеси извинения. Потом скажи, что в качестве подарка мы даем им на прокат платье, которое они выбрали. Он не согласится. Вы же видели, какой он был злой? Согласится. Если не будет соглашаться, уговаривай. Примени свое женское обаяние. А если не уговоришь, ты уволена. Иначе за что я тебе плачу деньги? Ничего личного, это бизнес. Выполняй. Алло. Здравствуйте. Извините за беспокойство. Я менеджер салона Ширин. Слушаю. Понимаете, возникло недопонимание. Я хочу принести извинения от нашей фирмы, а в качестве подарка мы хотели бы дать на прокат вам платье, которое вы выбрали. Завтра в 10 утра мы будем вас ждать. Послушайте, девушка, спасибо за беспокойство, но мы обратились в другой салон. От вас нам ничего не надо. До свидания. Не согласился. И что, я теперь уволена? Нет. Ты и дальше будешь выполнять свои обязанности. Он обязательно придет. Такую возможность он не упустит. Почему ты говоришь это с такой уверенностью? Потому что, дорогая подруга, он мужчина. А мужчины любят побеждать. В особенности, такие, как он. Но больше всего ему нужны мои извинения. Поэтому завтра он обязательно придет. Вот увидишь. Алло. Здравствуйте, Фархад. Здравствуй. Я все думаю о том, что сегодня произошло. Никак эта ситуация не выходит у меня из головы. Извините, это же я вас туда потащила, испортила вам настроение. Извините меня. Ничего страшного, Мархабо. Если хотите, я завтра сама пойду выбирать платье. Куда? Ну, конечно, не в салон Ширин, какой-нибудь другой. Хорошо. Нет, лучше, конечно, если мы пойдем вместе. Я завтра зайду за вами на работу, слышите меня, Фархад? Хорошо. Да. Пойдем вместе. Я рассказала маме, что произошло. Она очень разозлилась и сказала, таких, как она, надо ставить на место. Она еще спрашивает, кто будет одевать это платье. Какая наглость-то? Оставьте это, Фархад, не думайте об этом. А вам родители не говорили, где место мужчины? Фархад? Я тебе покажу, где место мужчины.
Что? Извини, Мархабо, это я не тебе. Давай потом поговорим. У меня много работы. Хорошо. До свидания. Поздравляю тебя, подруга. Он пришел. Надо отдать тебе должное. Кто пришел? Вчерашний парень, Фархад. Надо же, ровно в 10:00. Надира, с тобой все в порядке? Что ты тут делаешь? Я тебя сегодня не звала. Да ладно, подруга. Мне очень интересно, чем же закончится эта всколыхнувшая наш мир история. Я не знаю, что ты планируешь против этого парня, но по твоим глазам вижу, тебя сильно задели его вчерашние слова. Какие слова? Что никакая нормальная семья тебя не примет, конечно же. Именно эти слова. Что, ты думаешь, я ничего не понимаю? Какой нормальной девушке это может понравиться? А ты говоришь, Хюрем, Клеопатра, Биби Хану, Азиза. Да. Где он? Скажи, пусть заходит. Хорошо. Пройди сюда. Проходите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, присаживайтесь. Фархад, я бы хотела попросить прощения за вчерашнее. Я забыла правила бизнесмена. Покупатель всегда прав и поступила неправильно. Я же бизнесмен и должна была вести себя по-другому. Ничего страшного. Я тоже вчера перегнул палку. В ссоре всегда виноваты двое. Я тоже хочу попросить у вас прощения. Менеджер вчера вам сказала, что мы готовы дать на прокат любое платье, которое вам понравится, бесплатно. Нет, что вы, ничего не надо. Я готов заплатить за прокат. Что вы, что вы? Вы нас этим обижаете. Мы для вашей будущей жены выбрали самое красивое платье. Я надеюсь, оно вам очень понравится. Ой, что я говорю? Я хотела сказать, вашей невесте понравится. Хорошо, спасибо большое. Я тогда сейчас позову свою невесту. Пусть быстро приедет. Не надо. Зачем вы будете ее беспокоить? Вы сделаете для нее сюрприз. Неожиданный подарок. Ну, что вы на это скажете? Простите, а разве его не надо примерить? Это не обязательно. Я сама продемонстрирую вам платье. Я же вчера видела вашу невесту. Размер знаю. У нас с ней размер одинаковый. Ну и потом, я в этом эксперт. Вот, посмотрите. У нас одинаковая фигура. Что мне подходит, подойдет и ей. Ваша будущая невеста очень привлекательная. Так же, как и я. Шутка. Ладно, если вам не трудно. Ну что вы, я буду очень рада, если вам понравлюсь. Ой, я хотела сказать, если платье понравится. Ну, пойдемте? Куда? Я же должна примерить платье. А мне обязательно туда идти? А вы не стесняйтесь. У нас в зале прекрасное освещение, и вы увидите платье во всей его красе. Неужели вы мне не верите? Да нет. Почему вы так говорите? Тогда идемте. А вы пока здесь подождите. Смотри, покраснел.
Заходите. Красивое платье, правда? Да. Смотрите, мне очень идет. Да. Сейчас на современных свадьбах жениху с невестой полагается танцевать вальс. Интересно, правда? Вы тоже будете танцевать? Да, мы сейчас тоже ходим на уроки танца. Очень хорошо. Смотрите, это платье создано для танца. Вот видите? Шлейф не мешает танцевать. Да. Только когда жених с невестой будут танцевать, шлейф надо держать здесь. Подойдите поближе, я вам покажу. Идемте, подойдите, не стесняйтесь. Не бойтесь, я вас не съем. Рукой возьмите вот здесь, держите вот так. Теперь вместе кружимся. Шлейф не мешает, правда? Нет, не мешает. Теперь левой рукой вы должны поддерживать невесту за спину. Да давайте, не бойтесь, не стесняйтесь. Держите. А теперь вальсируем. Да. Это платье сшито специально для вальса. Забрать платье вы можете в любое время, если оно вам понравилось. Понравилось. Очень понравилось. За платье я заплачу. Послушайте, вы предприниматель, и я предприниматель. Поступим как бизнесмены. Ты мне, я тебе. Не понял. Дело в том, что вчера я увидела вашу визитку. Вы директор автосервиса, верно? Правильно. Понимаете, в моторе моей машины что-то стучит. Ладно. Если вас не затруднит, посмотрите, пожалуйста. Хорошо. Если вы завтра ее пригоните, ребята посмотрят. Нет. Сегодня. Хорошо. Сегодня значит сегодня. Спасибо. Вот ключи. Какие ключи? Ключи от машины. Что могут подумать, если я сама приеду в автосервис? Вы же поможете? Обязательно.
До свидания. До свидания. А, машина стоит около двери. Белая Лассетти. Извините. Будьте осторожны. Простите. Ты его сделала. Смотри, как он растерялся. Этот день он запомнит на всю жизнь. У тебя действительно мотор стучит? Да брось ты. Машина же новая. Я просто ему указала на его место. И что теперь будет? Что будет? Он теперь будет думать, что понравился мне. Дурачок. Такие, как он, не любят оставаться в долгу. Вот увидишь, он вернется как минимум с букетом цветов. Но точно не с пустыми руками. Мне жалко его будущую жену. Не жалей ее. Женщины сами виноваты. Они упускают своих мужей. Придет время, и эта девушка скажет мне спасибо. За что? А это ты узнаешь позже. Добрый день, Шакир. Здравствуй. Все хорошо? Позовите, пожалуйста, Фархада. Я ему звоню, а он не отвечает. А мы должны пойти выбирать платье. А что, вчера не выбрали? Нет, не нашли подходящее платье. Сейчас скажу ему, он выйдет. Фархад. Фархад. Пришла твоя Ширин. Что? Ты что, удивляешься? Мархабо пришла. Мархабо. Вы же договаривались вчера. Ты почему телефон отключил? Каждый день одно и то же. Вся та же старая песня. Когда все это прекратится? Как мне все это надоело? Эти женские тряпки. Это платье. И сама свадьба. Кто тебе сказал, что надо терпеть? Если невеста тебе уже сейчас надоедает, что будет после свадьбы? И не говори. Не понял. Ты что говоришь? Мой тебе совет. Никогда не женись. Что с тобой происходит, Фархад? А что со мной происходит? Вчера ты был без настроения, сегодня привозишь какую-то машину, говоришь, стучит мотор. Вы посмотрели машину? Машина новая, всего месяц назад куплена. А ты сам не почувствовал, когда за руль сел? Значит так. Ты где летаешь? Это что-то значит. Чему ты радуешься? Да вообще, чья это машина? И где твоя машина? Это машина одного знакомого. Я в этом салоне работаю уже 10 лет и могу отличить машину женщины от машины мужчины. И как ты это делаешь? В салоне все пропахло французскими духами. Да что ты. Фархад, ты перед свадьбой неправильно поступаешь. Что ты хочешь этим сказать? Иди работай. Еще не хватало, чтобы ты меня учил. Что сказать Мархабо? Пусть она сама выбирает платье. У меня нет времени. Ладно, как знаешь. Знаете, Мархабо, по-моему, Фархад из офиса сегодня не выйдет. Почему? Мы же вчера договаривались. Пожалуйста, не расстраивайтесь. Хотите, я с вами поеду вместо него? Простите, я хотел сказать, я вас отвезу на своей машине. Нет, не надо. Спасибо. Я с подружкой пойду. До свидания. Ширин, пришел тот парень. Но цветов в руках я не увидела. Не может быть. Если не веришь, сама посмотри.
Привет. Привет. Вот машина. А это ключи. Ой, спасибо. Извините за беспокойство. Починили? Да. Можно сказать и так. Ах да, сейчас. Минуточку. Эти цветы вам. Спасибо. А это конфеты. С девочками чай будете пить. Это мне? За что? Но вы же сами хотели. Разве не так? С чего вы так решили? А зачем тогда вы совершенно новую машину отдали в ремонт? Вы быстро принимаете решение. Сразу решили, что эта девушка мне не по зубам. За беспокойство простите. Перестаньте. Мне было несложно. Мне даже... Вы хотите сказать, вам было приятно? Да, можно сказать и так. Знаете, Ширин, вам очень идет свадебное платье. Вы хотите сказать, мне идет быть невестой? Да. Можно сказать и так. Но тогда чего вы ждете? Что? Шутка. А вчера вы совсем другое говорили. Я? Ты никому не нужна, сказали вы? Или я не права? Я вчера немного погорячился. За это я прошу прощения. Ваши извинения приняты. Можно сказать и так. Знаете, Ширин, у меня очень много друзей, которые собираются жениться. Я хочу порекомендовать им ваш салон. Поэтому не дадите ли ваш номер телефона? Вам нужен мой личный телефон или рабочий? Говорите прямо. И тот, и другой. Будет сделано. Чем больше клиентов, тем лучше для нас. Правильно. Я передам вам визитку через свою помощницу. Спасибо. До свидания. До встречи. Азиза, слушаю. Вот, возьми. И отнеси нашу визитку тому парню. Хорошо. Я думаю, этот парень попался в ловушку, не так ли? Посмотри, как ведет себя парень, который хочет жениться. Я же сказала тебе, мужчины всегда очень торопятся. Фархад, можно вас кое о чем спросить?
Спрашивай. Как вы познакомились с Мархабо? Почему ты об этом спрашиваешь? Просто так. Я тебя понимаю. Ты хочешь узнать, кто этот парень, который сидит напротив меня, который оставил свою невесту и пошел на свидание с другой девушкой, правильно? Да, угадали. Можно я расскажу вам одну историю, которая случилась с одним из моих знакомых? Расскажите. Значит так. Однажды мой знакомый вернулся со службы, и родители решили его женить. К этой мысли их подтолкнула болезнь бабушки. Уж очень ей хотелось увидеть свадьбу внука. Бабушку можно понять. И он согласился. Девушки у него не было, и родители сами нашли ему невесту. Прошло время, у них родился ребенок, у них все хорошо, они живут счастливо. А бабушка? А что бабушка? Бабушка жива и здорова. Теперь мечтает погулять на свадьбе правнуков. Вы хотите сказать, что моя судьба похожа на эту? Скажите правду. Можно сказать и так. У вас в семье кто-то тоже болен? Да нет, что вы, упаси Бог. Мархабо — наша дальняя родственница, проверенная девушка. Значит, вы ее не любите? Трудно сказать. Я раньше думал, что любовь — это как порыв ветра. Ее нельзя увидеть, и увидев, нельзя взять в руки. А сейчас? Сейчас? Скажите, Ширин, когда вы меня увидели в первый раз, что вы обо мне подумали? Правду сказать? Да. Не обидитесь? Нет. Невоспитанный, грубый, наглый, кроме этого, бескультурный. Еще продолжать? Хватит. А сейчас? Сейчас? Я знаю, о чем вы думаете. Да. Мы, мужчины, такие. Вечно куда-то торопимся, решение принимаем, не подумав. Совершаем массу безумств. Потом жалеем. Мучаемся. Начинаем себя ругать. Мы живем одним днем, мучаем людей, которые нам дороги. Если это необходимо, запираем дома. Да, мы такие. Мы как ветер, как бедствие, сходим с ума от любви. Но несмотря на это, я рад, что родился мужчиной. Вы, женщины, любите нас за все наши недостатки. Разве не так? Сначала наши матери, потом наши женщины. Каждый должен знать свое место. У мужчины свое место. У женщины свое. Ширин, выходите за меня замуж. Вы шутите? Я говорю серьезно. Вы мне понравились. Да или нет? Я не обижусь. А как же Мархабо? Она обязательно найдет свое счастье. Она добрая и хорошая девушка. Такой сумасшедший, как я, ей не пара. А если я не соглашусь? Ответ можно прочитать в ваших глазах. Пустой разговор. Да или нет? Ответ я скажу
Вашим сватам. До свидания. Значит, вы согласны? Молчание — знак согласия. Завтра я отправлю в ваш дом маму. Скажите ваш адрес. Улица Алмазар, дом номер 5. До свидания. Застеснялась. Что? Рассчитайте меня. Пожалуйста. Это очень много. Мы такие. Принимаем решение, не подумав. Я вас не понимаю. И свадьбу сыграем. Куй железо, пока горячо. Ты дурак? С ума сошел? Глаза бы мои на тебя не смотрели. Вон из моего дома. Не попадайся мне на глаза. О, Господи. Где ты бродишь? И телефон отключил. Мархабо обзвонилась, достала меня своими звонками. Послушай, Шакир, я решил не жениться на Мархабо. Почему? Потому что я встретил другую. Ты что говоришь? Я влюбился в другую девушку. Что тут непонятного? Бывает в жизни и такое, дружище. Ты с ума сошел? Почти накануне свадьбы. Что, по-твоему, брак — это базар? Захотел — взял жену, захотел — вернул обратно? Правильно говоришь. Брак — это не базар. Поэтому свадьбу надо отменить. Ты как это родителям объяснишь? А Мархабо? Кто эта девушка? Кто она? Она Ширин. Какая Ширин? Ты шутишь? Это не шутка. Это совпадение. Ну вот, приехали. И что, свадьбы не будет? Будет. Но только Ширин. А она что говорит? Она согласна. Знаешь, Шакир, мне жаль Мархабо, но жизнь безжалостна. Мы не подходим друг к другу. У нее своя жизнь, у меня своя. Но для такой девушки, как она, это трагедия. Поэтому я тебе раскрыл свою душу. Ты тоже давно знаешь Мархабо. Хорошо знаешь. Прошу тебя, друг, не оставляй ее одну. Она тебя очень уважает. Она тебе подходит. Я не сделаю ее счастливой. Кто это, Ширин? Неужели она лучше Мархабо? Мне очень интересно. Она Ширин. Понятно. Мархабо. Алло. Здравствуй. Здравствуйте. Ты где? Я с подругой в салоне, выбираю платье. Ты никуда не уходи. Я сейчас к вам приеду. У меня есть к тебе разговор. Хорошо.
Я бы не хотел оказаться на твоем месте, дружище. Понимаешь, Мархабо, мы с тобой не можем быть вместе. Что? Вы бессердечная сволочь. Будьте вы прокляты. Не попадайтесь мне на глаза. Мархабо, подожди. Добрый день, Фархад. Добрый, Мархабо. Садись в машину. Все в порядке? Что-то случилось? Фархад, знаете, как хорошо, что мы вчера в том салоне не взяли платье. Здесь, в этом салоне, такие красивые платья, вы обалдеете. Плечи красиво прикрыты. Вся юбка вышита бисером. Так красиво сшиты. Да, еще в два раза дешевле, чем в салоне у этой Ширин. Надо же такое. Подружка тоже сказала, что большинство девушек выбирают платье именно здесь. Мархабо, ты можешь хотя бы минуточку помолчать? Что случилось, Фархад? Знаешь, Мархабо, по-моему, мы с тобой немного поторопились. Точнее, это не мы поторопились, а наши родители. С чем поторопились? С выбором платья? Нет. Ну да. С выбором платья и со свадьбой тоже. Что вы говорите? Вы шутите? Нет, это не шутка. Мы не подходим друг другу, Мархабо. Мы с тобой разные люди. Мархабо. В будущем тебе со мной будет очень трудно. Брак — это очень сложная вещь. Почему вы раньше не сказали? Я сам поздно это понял. Я думал, что все будет хорошо. Родители тоже торопили. Поэтому так и вышло. Когда вы это поняли? Сегодня. Что этому послужило? Мархабо, я встретил другую девушку. Мархабо, подожди, постой. Если мы так сделаем, всем будет хорошо. И тебе, и мне. Ты хорошая девушка. Обязательно найдешь свое счастье. Я не заслуживаю тебя, Мархабо, поверь мне. Мы не любим друг друга, понимаешь? Я тебя очень уважаю, Мархабо. Остановись. Оставьте меня в покое. Я тебе покажу другую девушку. Кто она? Папа, вы не понимаете, она прекрасная девушка. Сынок, а с Мархабо что будет? Мама, Мархабо умная девушка. Я ей все объяснил, она все поняла. Я сказал нет. Папа, пожалуйста, поймите меня. Здравствуйте. Здравствуй, сынок. Здравствуй, жених. Прямо к обеду. Сейчас принесу. Присаживайся. Что нового? Все хорошо? Все как всегда. Хорошо.
Пригласительные забрал? Вот, сынок, кушай. Спасибо. Приятного аппетита. Время быстро летит. Через неделю уже свадьба. Ты о чем думаешь? Мне надо еще друзьям пригласительные раздать. Мне тоже. Ты помолчи. Пригласительные? Они в машине, папа. Ну-ка, Тахир, встань, иди принеси пригласительные. Подожди, Тахир, не надо, садись. Почему это? В пригласительных ошибка. Какая ошибка? Имя неправильно написали. Чье имя? Мархабо. Ты мальчик, думаешь, что говоришь? Время мало осталось. Тахир, ешь аккуратно, не чавкай. Папа. Прежде чем вы пойдете сватать, хочу вас предупредить. О чем предупредить? Я говорил вам, что у меня нет любимой девушки. Ой. Что ты хочешь этим сказать? Вы сами настаивали, чтобы я женился на этой девушке, правильно? Особенно мама. Она очень хорошая, умная девушка. Она верная и домашняя. Вы прожужжали мне все уши. Говорил вам, оставьте маму. Вы не оставили. Да что случилось? Вот вам и результат. Столько стараний впустую. Я не понял. Что значит впустую? В чем дело? Нормально объясни. Я встретил другую. Эй, не торопись. Что? Папа, вы не переживайте. Свадьба обязательно состоится в назначенный день. Ничего не поменялось. Надо только имя девушки в пригласительных поменять, и все. Мы попросим маму. Не обязательно завтра. Она пойдет со сватами по адресу, который я скажу. Ой. Я согласен. Девушка согласна. Все согласны. Ой. О, Боже. А как же Мархабо? И Мархабо согласна? Нет. Я хотел сказать, что я ей все объяснил. Она умная девушка, все поняла. Кто эта девушка, сынок? Ее зовут Ширин. Ты что, с нами шутки шутишь? Нет, папа, зачем мне шутить? Ее вправду зовут Ширин. Ой. А меня Фархад. Вот так. Фархад и Ширин. Папа, дайте благословение и пожелайте счастья молодым. Вот такие дела. Ну-ка, остановись. Да провались все. Ой. Стой, что же я будет? Кому сказал? Обязательно. Хорошо. Девушка, можно вас? Что желаете? Нам, как обычно, два латте. Дорогая. Я думаю, мне не обязательно здесь оставаться. Обязательно, подруга? Обязательно. Надира, неужели тебе не интересно, чем все это закончится? Интересно. Очень интересно, только я бы не хотела, чтобы мне на голову вылили горячий кофе. До этого не дойдет. Такую несдержанность показывают только близким людям. А мы ему чужие. Да. Дайте, пожалуйста, самый красивый букет. Вот, возьмите. Спасибо. Приходите еще. Почему-то Фархад опаздывает. Может, он передумал? Так не должно быть. А если он не придет? Если он не придет, получается, он не держит слова. Значит, он не мужчина.
Может, ты ему позвонишь? Я? Никогда. Пойдем. К сожалению, я так и не узнаю, чем закончится эта история. Ладно, все к лучшему. Зато мне на голову не вылили горячий кофе. Ладно, давай быстрее уйдем. А вот и он пришел. Здравствуй. Здравствуй. Фархад, что с вами случилось? Извините, что заставил вас ждать. Я так торопился, что споткнулся и упал. А что с лицом? Ничего, такое иногда случается. Вот, эти цветы вам. Спасибо. А как ваши дела? Хорошо. Да, Фархад, это моя близкая подруга Надира. У меня от нее секретов нет. Да, за цветы спасибо. Вы выбираете очень красивые цветы. Здравствуйте. Приятно познакомиться. Давайте перейдем к делу. О чем вы хотели поговорить? Понимаете, Ширин, согласно нашей договоренности, моя мама пошла к вам. Когда? Сегодня. Вот сейчас... Вероятно, уже вышла из дома. Зачем? Зачем вы так затрудняете вашу маму? Но вы же сами сказали, что ответ дадите сватам. Не правда ли? Да, конечно. Вот я и говорю, зачем вам понадобились сваты? Я же здесь сижу напротив вас. Можете спросить у меня. Но вы... Вчера... Вчера я растерялась. Все же я девушка. Родители говорили, что девушка должна быть скромной, стеснительной. Не так ли? Прежде чем посылать сватов, у нас, у современных узбеков, двое договариваются сами, а сваты приходят взять благословение родителей. И если девушка сказала прислать сватов, значит, она согласна. Как у корейцев или узбеков, я не знаю. Но каждый уважающий себя человек сам решает свою судьбу. Не так ли? Что в этом смешного? Ладно. Будь по-вашему. Ширин, вы выйдете за меня замуж? Нет. Почему? А какая нормальная семья примет меня? Не правда ли? Это же ваши слова. После этого можно сказать только то, что ваша семья ненормальна. А у меня нет желания быть невесткой и жить в ненормальной семье. Прощайте. Я отказал Мархабо. Вы должны понять. Я поговорил с родителями. Я... И кто в этом виноват? Вы же сами говорили, мы мужчины, торопливы. Мы увлекаемся.
Мы принимаем решение, не подумав. Вы сказали, что гордитесь тем, что родились мужчиной. Вспомнили? В народе говорят, поспешишь — людей насмешишь. А теперь послушайте меня. Я очень горжусь тем, что я женщина. Бог свидетель. Придет время, меня может и не быть рядом. Но тебе еще попадется мужчина. Настоящий мужчина. И ты вспомнишь мои слова. Запомни, вы нужны нам именно как женщины. Как будущие матери. До встречи. Мархабо, ты меня слышишь? Мархабо, ты дома? Алло! Мархабо, открой. Мы должны поговорить. Ты же стоишь за дверью, я знаю. Открой. Я совершил ошибку, Мархабо. Черт меня попутал. Сейчас у меня открылись глаза. Прости меня. Давай поговорим. Все еще можно исправить. Я хочу все исправить. Что тебе надо? Ты мне нужна. Уходи. Не смотри на мой внешний вид. Уходи, уже поздно. Послушай меня, Мархабо, я все могу исправить. Нет, нет, уходи. Не будь такой упрямой. Это твоя мама? Прекрасно. Иди сюда. Пустите меня. Вы только со мной можете справиться. Что от меня надо? Ты. И только ты мне нужна. Пустите. Другие ногти твоего не стоят. Я тебя никому не отдам. Пустите, соседи увидят. Ты моя. Ну и пусть. Ты моя будущая жена, понимаешь? Все. Не плачь. Сердце мое. Не плачь. Все. Посмотри на меня. Все будет хорошо. Ты веришь мне? Сейчас вытрем слезы. А завтра я тебе куплю платье, которое выбрал сам. Сам выбрал? Да. Я хочу, чтобы на свадьбе ты выглядела королевой. Тебе одно обязательно понравится. Это из салона Ширин? Да, оно самое. Кстати, знаешь, что они сказали? Из-за этого скандала в салоне они сказали, что отдадут самое дорогое платье просто так. За счет фирмы. Ну что скажешь? Прости меня. Мама. Да. Вы еще не пошли свататься? Нет, сынок, только хотела выходить. Не надо, мама. Что случилось? Я сейчас еду домой. Приеду, все объясню. Хорошо, сынок. Мама. А, сынок, ты пришел? Что с тобой случилось? Ничего страшного, я упал. Папа дома? Да, он в доме, сейчас выйдет. Значит так, мама. Все остается по-прежнему.
Я на той девушке не женюсь. Что случилось? Почему? Она мне неровня. Вот и все. Ну вот. Добрый день, отец. Здравствуй. В общем, разговор такой. Я немного ошибся. Такое в жизни случается. Простите меня, пожалуйста. Все совершают ошибки. Ах да. Вот пригласительные. Можете смело раздать их своим друзьям. Ладно, мне надо идти на работу. Пойду переоденусь. Что происходит? Жизнь. Семья. Счастье. Нам казалось, что в нашем обществе распространены эти высокие понятия. А на самом деле, каковы эти понятия? Мудрые люди говорят, что у каждого человека на земле есть своя истинная пара. И в этом бесконечном мире они без устали ищут друг друга. Кто-то находит, а кто-то... Это игра судьбы. Это означает, что кто-то в нашем мире будет счастлив, а кто-то нет. Жизнь людей подобна плаванию по безбрежной реке, и на пути встречаются многочисленные преграды. Течение жизненной реки иногда медленное и величавое, иногда бурное и стремительное. Плывя на кораблях по бурной реке жизни, мы встречаем множество людей. И одна из таких встреч внезапно поворачивает течение в совершенно другую сторону. Здравствуйте. Чем могу помочь? Здравствуйте. Здравствуйте. Несколько дней назад я приходил со своей невестой выбирать платье. Мы пришли его забрать, если это возможно. Хорошо. Одну минуточку. Ширин, там пришел тот самый парень. Спрашивает про итальянское платье. Что будем делать? Этого платья нет. Скажи, его забрал заказчик. Как это? Платье же на месте. Вы же обещали. Азиза, ты меня не поняла? Поняла. Извините. Вы можете выбрать любое другое платье. То платье, которое вы выбрали, забрал другой клиент. Почему вы отдаете платье, которое выбрали мы? Я пришел и прошу платье, которое вы мне обещали. Сейчас вы пойдете и принесете именно это платье. Нет, это невозможно, поймите. Почему это невозможно? Говорю же, это невозможно. Ты иди пока, подожди меня в машине. Хорошо. Поторопись. Минуточку, подождите, куда вы идете? Посторонним туда входить нельзя, остановитесь, я вам говорю. Здравствуйте. Здравствуй. Я пришел со своей невестой, чтобы забрать платье. Значит, вот как? Да, так. Это платье мы отдали клиенту. Вы не имели права. Мы с вами договорились. В тот день вы должны были заплатить за платье. Простите. Я уже за все заплатил. Каким образом? Я принес букет цветов и коробку шоколадных конфет. Хорошо. Мы сейчас вернем вам тот букет цветов и конфеты. Не вернете. Почему? Потому что цветы уже завяли, а шоколад съеден с чаем. Я знаю, почему вы хотите меня разозлить. Я виноват в том, что помирился с Мархабо. Мне все равно. Нет, дорогая. Тебе не все равно. В противном случае, ты бы не прятала это платье от Мархабо. Ты меня к ней ревнуешь. Жизнь невозможно повернуть назад, Ширин. Теперь уже поздно.
Все слова уже сказаны. Концы отрублены. Что со мной происходит, я не понимаю. Но знаю одно. Я тебя люблю. И на этом точка. Мы бессильны перед судьбой. Вы пришли со своей невестой, чтобы сказать мне это? Вчера вы хотели жениться на мне, сегодня на другой. Все мужчины такие. На этот вопрос я уже давно ответил. Вас тяжело понять. И не поймешь. Потому что ты женщина, а я мужчина. Ты согласна выйти за меня замуж, Ширин? О, Господи, опять то же самое. Я вам вчера уже ответила. Это не ответ. А что тогда? Это все женские отговорки. У меня есть чувство к тебе, Ширин. И ты ко мне не безразлична. С чего вы это взяли? Об этом говорят твои глаза. Как вы объясните все это Мархабо? Разве это не безумие? Опять буду просить прощения, выкручиваться, умолять. В крайнем случае сбежим. Но я не могу идти против своего сердца. Ты согласна выйти за меня? Почему я должна выходить за вас замуж? Потому что я Фархад, а ты Ширин. Прекратите шутить. Это не шутка. Игры закончили, Ширин. Началась жизнь. Настоящая жизнь. Семейная. Ты выйдешь за меня? Отпустите мою руку. Мне больно. Азиза, принеси этому клиенту его платье. Я так и не услышал ответ. Хорошенько подумай. Завтра приду к тебе домой. До встречи. Ширин? Что? Он не взял платье. Почему? Не знаю. Что он тебе сказал? Это платье мне не нужно, если у него нет хозяина. О, Боже мой. До свадьбы осталось 3 дня. Да. Лишь бы дети были счастливы. Здравствуйте. Здравствуй, сынок. Что нового? Папа, что скажешь? Вы еще не раздали пригласительное? Как не стыдно. Ах ты, гад. Убирайся с глаз моих. Мама. Мамочка, где вы? Мама, добрый вечер. Добрый, как прошел твой день? Мне надо собрать вещи, вы мне поможете? Зачем? Я же вам говорила, что мы в Самарканде филиал открываем. Не поехать нельзя. Но ты же мне вчера сказала, что не поедешь, что твои сотрудники все сделают сами. Планы поменялись. Я не могу не поехать. Идемте, поможете мне. Подожди, ну-ка присядь. Мама, я тороплюсь. Сядь. Ты от кого бежишь? Мама, что вы такое говорите? Я за тобой наблюдала. За последние 3-4 дня ты очень изменилась. Ты случайно не влюбилась? Мама, что вы говорите? Папа звонил из Франции. Правда?
Как он там? Как его здоровье? Папа говорит, что последние дни ты ему снишься. Он за тебя очень волнуется. Ой, да ладно. Ты приснилась ему в белоснежном свадебном платье. Прямо как принцесса. А рядом с тобой стоит парень, ну как Фархад. Какой еще Фархад? В народе всех красивых парней Фархад называют. Отец имел в виду именно это. Мама, я все хотела спросить. Почему вы назвали меня Ширин? Так папа назвал. Чтобы и ты, и жизнь твоя были сладкими, доченька. Поняла? Поняла. Теперь вы мне поможете, а то на улице машина ждет. Вот, спасибо. Получай. Сволочь. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне нужна Ширин. Я ей звоню, она не отвечает. А, Ширин вчера уехала в Самарканд по работе. В Самарканд? Да. Извините. А вы кто? Я... Фархад. Ой, это что, шутка? Какая же это шутка? Спасибо вам. Не за что. Ах, да. Эти цветы вам. Спасибо. До свидания. Жизнь. Семья. Счастье. Основные понятия в жизни человека. Когда человек приходит в этот мир, на его лбу судьба пишет имя его половинки. И где бы он ни был, где бы ни скитался, половинки будут притягиваться друг к другу. Можешь хоть тысячу раз пытаться бежать от себя, сдаться, но душа, сердце не желают терять надежду найти ее. Как бы ни был силен человек, от судьбы ему не скрыться. И даже если человек отказывается от любви, его сердце сопротивляется, таит надежду найти свою половинку. И расстояние этому не помеха. Несмотря на огромные расстояния, сердца ближе друг к другу, чем нам кажется. И внешне мы можем этим гордиться. Что с вами случилось? Вы опять упали? Да. Вы не можете смотреть под ноги? Говорят, любовь слепа. Значит так. Знаете, Фархад, я вчера опять прочитала поэму Алишера Наваи «Фархад и Ширин». Да. Ну и как она вам? Замечательно. Только конец у нее печальный, к сожалению. Ширин, давай жить вместе. И у нашей истории любви будет счастливый конец. Ну что скажешь? Thank you.
Ortada duygu yetekler fakat sırlı mı?